Здравствуйте, друзья. Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на вход состав Боруссии Мёнхенгладбах. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Так состав Баварии. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на вход состав Боруссии Мёнхенгладбах. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Так состав Баварии. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на вход состав Боруссии Мёнхенгладбах. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Так состав Баварии. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на вход состав Боруссии Мёнхенгладбах. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Так состав Баварии. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на вход состав Боруссии Мёнхенгладбах. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Так состав Баварии. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на вход состав Боруссии Мёнхенгладбах. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Так состав Баварии. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно... Команды начинают эту игру. Поехали! И вот потери в центре поля. Мартинес. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Видит игрока впереди и отдает пас на корт. Можно сделать навес. Даже...